Ой, здравствуйте, дорогие друзья! Стандартная наказанка. Сегодня 2 декабря 2021 года. 2 декабря 2021 года. Сегодня у меня... Я начинаю свой видеоблог. Свой видеоблог номер... 294! Да где? Я с новой пружинкой в квартире, йоу! Вот, у меня появилась пружинка Nespresso, уважаемые бомбисты! Я ее купил по символической цене! Всего 40 рублей, уважаемые бомбисты, смотрите! Самая дешевая игрушка в моей коллекции, уя! Так, поехали, мои дорогие! Я сегодня встала вовремя. Я сначала проснулась, начала декорировать, открытку делать. Начала делать открытку. Пока не скажу, для кого открытка, то вдруг это где-то откроется. Но я вам одно скажу. Это открытка для моей лучшей подруги. Все? А вон он. Поехали. Я сегодня наконец-то дошла до вот этого кофе. Оно стало легко выниматься. Уважаемые подписчики. Йоу! Карамельная кожа. Надо взять вот карамельную кожу. Карамельная кожа. Надо взять. Возьмем. Возьмем, короче, 2 карамельных кожи в это. И 2 упаковки. Да. Возьмем 2 упаковки карамельного кофе. Нет, 2 упаковки карамельного кофе и 1 пачку. Ну да. Так, все. Поехали. Полный самолет. Давай. Вот он. 15.01. Тихо, тихо, Нина. Вот, блин. Так, не пройти, надеюсь, сложно поспать, не пройти,
делать? Где, что за хрень? Ну, блядь, нахуй. Ну, жопу, мать! Ты же не открываешься, сука! Ну, пусти, не пусти. Да, нормально, но как хуже. Иди на пальцы.
Ну что ж, помнит, детка есть, детка есть к нему. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ой, блин, я намотекал много на видео. Простите, уважаемые подписчики, я очень прошу, пожалуйста, не отписывайтесь от меня, что я ругался за всех сил. Простите, уважаемые подписчики, я вас очень прошу, не баньте меня, не баньте. Слышь, ты что делаешь-то? Ты что в дверь кладёшь-то?
Аккуратно, Нина. Класс, интересная такая штука, всем советую, она подписана, не могу от нее взорваться. Всем советую такие трубочки. Говорунчик, говорун, 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 говорун. Вот так, вот так.
Привет. Будешь? Пошли.
Да здесь новый, уже в обиске. Да свет новый. Сейчас накушаемся. Thank you.
Ну, иди колбасу должишь. Вышка, иди колбасу дал, вышка. Вышка, иди сюда. А, ну да. Я тебе сказать, что... Алло? Thank you.
все. Вот, ладно. А, надо что сказать. Тяни за две яйца, кто любит, то ты яйца. Точно, точно. Натуральный продукт на свете. Ой, боль, знаю. Всем советую такие конфеты, уважаемые подписчики. Всем советую такие конфеты, они очень вкусные, всем советую. Я советую вот такие конфеты. Вот такие. Там был поведен. Вот такие конфеты всем советую. Угощайте, тоже обожди. Так, а посмотри, сколько конститут в этом наборе. Раз. Ага. Два, ага, три, ага, четыре, ага, пять, ага, шесть, ага, семь, ага, восемь, ага, девять, ага, десять, ага, одиннадцать, ага, двенадцать. Двенадцать конфет ложится везде, всего себе. Thank you.
Вот сегодня мы наконец откроем нашу любимую шоколадку. Ура, все случится. Ох, ладно. Нет. Вот здесь, где же я делал уникальную рюкзаку. О, как классно, а? На самом деле, поясы. Поясы, надо шоколад поясы взять, точно. Невзгода передает вам привет. Всем привет, уважаемые подписчики. С вами Невзгода 2021. Да, я надеюсь, видео записывается? Да, записывается, отлично. Ух ты! Часовое видео наделал, смотри мои. Ну ладно. А видео, видео, часовое видео. Та-та-та-та-та-та-та-та. Коровушка-буёнушка моя, я-я. Коровушка-буёнушка моя, я-я-я-я. Ой. Рублей, да? Да. Передаю привет, вот, передаю привет Насте Крыжановской.
Здравствуйте, скажите, пожалуйста, у вас такая есть? Сначала на моем канале в Ютубе выйдет видеообзор, а уже потом выйдет видеоблог номер 294. Я с пружинкой в сортии. Вот так он будет называться. Все. Вот, я с гармошкой в воде, точно. Так, берем так в резинке и... Так, нет, берем указательный пальчик. Так. Ой, неудобно, ладно. А я играю на гармошке, у прохожих на виду. К сожалению, день рождения только раз в году. Прилетиду в ошельник золотом вертолете. Вы славно покажете кино. Днем рождения поздравить и, наверное, поздравить. Не подарки, тетушки мой. Всех своих подписчиков поздравляю, у кого будет в декабре день рождения. Ох, все, ладно. Одна порция равно 3 дольги. Ого!
Так, полезная информация. Однопорцы ты дочь. Ага, понятно. У меня десятую техсмодолго, у меня, блядь, шик пойдет, блядь. Ну, здесь нет, блядь. Блин, только не это! Только не сейчас, пожалуйста! Сорок рублей вот такой за такую трубочку, уважаемые подписчики. Ну как вам? Я считаю, что это самый дешевый антистресс, который я покупала. И всего 40 рублей в такая маленькая штука.
Все, окей. Все, возьмем водички. Ну, у меня, короче, все вещи модные есть. Вот снайпер появился в этом году тоже. Вот это так. Антистресс, пружинка новая и снайпер. Снайпер я успела последний купить. Чего? Двухчасовое видео почти, вы издеваетесь? До Нового года осталось 29 дней. 29 дней осталось. Вот так вот. Так, ладно, потом я буду держать хвост камеры, я держусь на своих всех, на всех своих экзистрах. Да, я держу хвост камеры. И скажу, добейте на следующем видео блоге номер 1095. Пора танцевать, вот это можно делать, и все.
Вот тварь, ну и тварь молокососная, а? Ой, батя. Так, все, пошлите. Опа, все, готово. Ну что, все. Так, я же вам, я же подписчикам обещала, что я на антистрессах донесу. Стоп. Алло,
Так, все, давай. Так, все, давай. Ты обещал нам писать, это же. Да, конечно. Стоп, ты что, в спину же здесь. Да, вот. Так, сначала в спинах, так, в спинах. Попыт. Завершаемся. Так, завершаемся на моих антистрессах. Ой, пауза встать. А, надо пауза встать. Все, ставим паузу. Всем пока-пока. До встречи на следующем видеоблоге номер 295. Пора танцевать. Всем пока-пока.